сегодня 6 марта, и мы находимся на площади Мариенплац в Мюнхене. Я собиралась рассказать, как здесь сегодня, и рассказываю. Пошли мы с утра на каток, хотели на коньках покататься, но, к сожалению, сегодня последний день каникул детских, и на каток попасть нельзя. Хотя мы пришли рано, в 10 утра уже все, не пустили нас, сказали, все занято, все закрыто. Ну, пошли в город прогуляться. На Одеонсплац вышли с У5, там все по-прежнему, ничего особенного, никаких изменений. Дальше идем к оперной площади, на оперном театре стоят флаги Украины. То есть вот это вот изменение за то время, что мы отсутствовали, пока были в Тунисе. Пришли, дошли сейчас до Мариенплац, Мариенплац. Есть флаги Украины. Вот такое вот изменение. Но в целом все спокойно в городе. Если кто-то боится, что тут опасно, нет, не опасно, все нормально. Никаких инцидентов со мной связанных не было. Вот я по-русски разговариваю, ничего страшного нет. То есть люди говорили, что вы там, наверное, совсем страшно, сидите дома. Нет, все нормально. Всем привет из Мюнхена.